Тропический рай, тропический рай, доисторическая рыба и бесплатный бассейн. Пожалуйста, ныряй, купайся сколько хочешь, сколько душе тебе твоей угодно. Никто не против. Гостиница стоит пустая, ни одного посетителя здесь нет. И бассейн здесь работает, фильтры стоят, клинится вода, и никого нет. И никого здесь нет. Никто не против. О, пахнет хлоркой. Прям воняет вода этой хлоркой. Ну ничего так, ничего так. Отдыхать, если вы без мопеда, если вы чисто поправить здоровье, там покушать, сделать массаж, порелаксировать, никуда не ходить, сидеть дома, то можно в таком вот отеле оставаться. Недельку, например, пожить, подышать воздухом здесь. Море рядом, здесь морская вода наполняется специально сюда, чтобы комаров не было, наверное. Хотя возле моря тоже комары живут, я вам скажу. Даже на пирсе я рыбачу и прилетают комары. Вот, ну тут особо так приближенно к природе. Домики, как видите, стоят прямо вот в лесу. Морская вода приходит через этот канал. Ну, сейчас отлив. Ни одного человека. Ни единого человека нет отдыхающих. Абсолютно пусто все. И дорого. Сейчас мы уточним точно, сколько стоит. Он пошла узнавать, что на длительное время, если вот, например, на месяц или на два месяца, то будет ли, как обычно, у них по дням, или можно какую-то скидку еще получить. Ну так, чисто на будущее хотел бы знать. Ну вы поняли, какие здесь такие навесы, здесь и по вечерам можно сидеть, и для отдыхающих можно залезть в этот пахнущий хлором, прохлорироваться до костей. Чувствуешь, да, как хлоркой пахнет? Фу. Это тебе не на водопадике, тебе не водичка из водопадика. Ну, все по-взрослому. Пальма это, которая север-юг, да, это же она. На Качанге первый раз вижу. Что, пойдем наверх еще сходим, да? Раз уж мы сюда заехали, в такую даль приехали посмотреть на этот отель. Стопроцентный природный. Видите, как здесь все? Перила, сколько лет отелю, как думаете? Как той книге, да, которую мы сегодня сканировали. Страшно идти, не обвалится. А тут тренажерный зал. Злата, иди-ка покачай бицуху. Это крутится, это стоишь и крутишь тазом. Развиваешь... Нет, не про, ты неправильно делаешь. Это не крутиться, как балерине. Руками надо держаться и вращать только тазом. Да я знаю. А ну исполни. Давай, зрители ждут. Ясно.
Они не дождутся. А он, бедолага, разглядывает укусы от комаров. Ой, бедолага, как она смотрит, на них ужасается. У нее такие остаются эти отпечатки от этих комаров. И она не может вот спокойно жить с этим. Она их и пудрой какой-то присыпает, и кремом какой-то, кремом смазывает. И как-то их все время разглядывает. И бедолага. О. Если вы никогда не видели баню, то вот сейчас вы ее увидите. Вот здесь вот, значит, ноги мочатся водой. Это, кстати, вот наш мопед стоит. Вот. Мы приехали прямо в баню, если что. Здесь написано, что вот перед баней ноги надо помочить в этой специальной воде. Но я не помочил, я такой. Я зайду сюда с грязными ногами, с тапками прямо зайду. Пахнет тут эвкалиптом. Здесь есть вода, такие сиденья. Тут, когда включается этот пар, кнопку только там нажимаете, если вам плохо, наверное. Ага, если плохо. А если хорошо, ничего не нажимаете, просто дышите этим паром с эвкалиптом. Вот. И все, здесь можно отдохнуть, посидеть на камнях. Ну и выходите отсюда, не забудьте только ноги помочить. Опять вылазаете руками туда, куда не принято. В этих маленьких таких аквариумах у них живут маленькие рыбы, которые обычно живут у нас в аквариуме в Европе. Они пугаются камеры, вот, слава. Конечно, можно. Конечно, можно. И все можно. Пожалуйста, please. Show me. Давай, show me. With legs too. Legs. О, вот оно как. Вот оно как. Ну что, кайфово? Переезжаем сюда? Нет? Да, в гамаке. Нравится? В гамаке переезжаем. В гамаке. Свой баллон только возьмешь, чтобы готовить прямо здесь. Да, и холодильник. Give gas for cooking and live here. And fridge. Я не делаю никакую рекламу, не думайте вообще, совершенно, даже в мыслях не было. Просто заехали куда-то в отель, в какой-то резорт, и просто гуляем здесь, ходим по территории. Здесь только обслуживающий персонал. Все красиво, все чисто, все так это в интерьере. Ходить можно где угодно, смотреть можно что угодно, потому что... Они-то думают, что мы сейчас купим у них какой-нибудь из этих домов, а может быть сразу все заселимся сюда и будем жить. Поэтому с удовольствием нас везде пускают. Ну, мы зато имеем возможность вот посетить такое место, поснимать, посмотреть, как люди отдыхают, богатые люди здесь наверняка. Hello. Наверняка все это не задешево. И сейчас мы узнаем, за сколько, самое интересное, сколько стоит посетить такой прекрасный отель, пожить в таких прекрасных домиках.
практически в диких условиях, в джунглях. Кухня у них тут готовится, здесь всякая еда. Когда есть для кого это готовить. Все готово, все ждет, ждет сезона, ждет посетителей. Одно только для меня непонятно, кто придумал это, что вот не сезон, сезон, не сезон, вот кто это придумал? Я не понимаю. Ну, вы же смотрите, сколько лет смотрите мои видео, и мы в этом Таиланде. Ну как не сезон? Что такое сезон, не сезон? Сезон дождей. Да, дожди бывают, да, случаются дожди. Идет этот дождь 5 минут, может даже 10 минут идти этот дождь. В основном он идет ночью, этот дождь. Ну как это влияет на то, чтобы вот просто все целиком отели вот пустовали вообще, чтобы не было ни одного человека? Как такое вообще возможно? Неужели это так для людей серьезно, для большинства? То, что ночью бывает дождь. Непонятно. Он? Drive slowly. Приехали. О, наконец-то приехали. Долго ехали. Пешком никак было не пройти, да? А все здесь написано. 700 бат за что? Непонятно. Вот, у них тут велики даже заготовлены для туристов, можно рентануть велик, и кота можно, наверное, даже взять в аренду, если хотите к себе домой взять кота бесплатно. О, целый этот прайс, да? Пернайт только. А пернайт за 1000, да, за 2 и за 3000, да? Да, это свиминг-пул, который свой, это хил. А если мы остаемся на один месяц, if we stay one month, we have discount, yeah, no? Yeah, if you stay one month, we have discount for you. And how many? We can keep the contact, you can contact with my reservation. А, надо договариваться. Mm-hmm. Okay, okay. But it's my hotel, you have to detox program. Ну вот, короче, приват полвилла, целая вилла, вот это за ночь 3000, за 2 ночи 6000, а мы за 7000 2 месяца живем, если что. Массажи. Массажи, да, массажи тоже по 3, по 4, по 5 тысяч, но это же вообще дофига, потому что массажи по 300, по 400 и по 500 обычно, в 10 раз все дешевле. Нам надо подумать. Yes. Thank you. Нам надо подумать, нам надо подумать об этом. Подумать надо, а стоит ли платить в 10 раз больше? А? Нет, у некоторых людей просто зарплата в 10 раз больше. Естественно, они могут тратить в 10 раз больше. А у нас зарплата обычная, простая. И поэтому мы как бы из этого и исходим. На это и рассчитываем. Это, наверное, такие палки для боев здесь. Дружественные, как бы, турнир этот. Побить, на дружественный побить. Турнир попал на палках. По... Избей друга бамбуком. Ужас какой. Я смотрю, Пон там себе велосипед уже присмотрела, гордый гиант. Байсиком. Байсиклом. Все, не будем мозолить тут глаза людям. Что-то байсик. С этой стороны еще. Интересно, мангровый волк, это мангровый волк,
Этот волк, где мы сегодня были, 100%. Даже... Мангровый волк. Тут рядом. Мангровый волк. Волк. Мангровый волк. А, на Катапина. А, на Катапина. Любишь животных, да? Любишь, да, животных? You love animal. Пошли. Можно я вот нормально погладить? Не ногами отпинать. Оставьте кота в покое, девочки. Вот. За хвост вот так.